В деревне Нефедево мы находимся на рубеже обороны Москвы, у мемориального комплекса, вот, который мы сегодня решили проверить и подготовить к самому главному празднику в нашей стране. Это, конечно же, годовщине Победы, к 9 мая 23-го года. Проверили, в каком состоянии памятник, сделали уборку, подмели его, собрали ветки, сухостой после зимы. Ну и, в принципе, готовимся к празднику. Сегодня в нашем субботнике принимают участие 20 человек. Вот, это молодая гвардия городского округа Красногорск, представители партии «Единая Россия». Это волонтеры культуры, с культурно-досугового клуба «Мечта». Ну и, конечно же, все это проходит при поддержке администрации городского округа Красногорск. На данный момент собрали уже 12 мешков мусора, но мы на этом не останавливаемся. Я думаю, что еще парочку мешков мы точно успеем сегодня найти и собрать. Конечно же, мы проведем еще контрольный субботник непосредственно в близости, к 9 мая. Это уже тот момент, когда мы будем отмывать памятники, все, которые входят в этот мемориальный комплекс, чтобы они были готовы к самому главному празднику, 9 мая. Сегодня вот мы приехали помочь, поучаствовать в таком достаточно важном мероприятии для нас. Вот. Такое, как уборка территории вокруг мемориалов, вокруг памятников наших. Субботник проходит отлично, погода великолепная, вот. Команда очень дружная.